Да, это финал проекта по восстановлению любителя. Странно это говорить, потому что он получился совсем не такой, как я ожидал. Прошло к тому же 2 с лишним года, когда я взялся за эту тему, типа, а что бы не сделать, что бы не замутить. Так, просто промежду делом, был большой перерыв, когда мне было не до этого, еще больше перерыв, когда я решил, что мне это нахер не нужно. Вот, и то, что как бы, да, вы видели перед этим, это вот все мои варианты, как я работал с предыдущим, самым первым донором, вот, который я хотел полностью восстановить и привести в наикрутейшее для любителя состояние. Не сложилось именно вот конкретно с этой тушкой, но, слава богу, она у меня была, потому что благодаря ему, ей, всему, что на ней было, я восстановил вот этот вот образец. Третий день сегодня или второй? Я не помню. А возможно, что уже и третий. Да, третий. Сегодня с утра я пытался его истировать, потом отвлекли другие дела. И вот сейчас вечер я его заново юстировал, пересобирал, подгонял. Да. Спасибо Лизе, которая как бы подбила меня на эту тему. Именно она прислала эту тушку довести ее в более-менее полный порядок. Даже, ну, в полный порядок. Уже как бы всякие допы мы не считаем. Вот. Получилось, повторюсь, да, немножко странно, то есть должна была быть вот эта тушка с кучей навороток, с моим вот этим матированием, с матовым стеклом вместо линзы должна была существовать. Но как бы да, я это уже описывал в предыдущих видео, почему я откладывал тот или иной момент. Вот. У меня была уже тушка любителя, значит, с матовым стеклом. Это был один из линстаксов, линстакс второй. Вот. Поэтому, как бы, не то чтобы я не смог его сделать. Я просто забил. Ну, в частности, потому что, например, в моей шахте не было линзы откидной лупы. Вот. А искать еще один, мне как-то все было некогда. То есть надо было брать еще одного донора. Вот. Были, конечно, варианты сделать лупу самостоятельно. Вот у меня есть такая акриловая, толстенькая. Совершенно не помню, где я ее брал. Я даже уже подгонял, но типа, зачем на вот этот вот геморрой, то есть восстановление, придумывание откидного механизма, она ничему. Был вариант, конечно, да, я уже его показывал, это ставить сюда шахту от Киева 66-го, от 88-го. Вот, ну, тоже как-то не взлетело. Хотя, типа, монстр можно было сделать, конечно, этого Франкенштерна. Франкенштейна. Да. Точнее, я бы мог быть Франкенштерном. Франкенштейном, да? Но, опять же, типа, уродовать, ля-ля-ля, пилить. Опять же, непонятно ради чего. Вот. В результате, в конце концов, все это помогло мне. Побыло, так сказать, донором. Из этой тушки много-много. Да, кому тяжело меня слушать, ставьте полторашку, мотайте куда-нибудь. Я не очень быстро говорю в некоторых случаях. Вот. То есть с этой тушки мне, значит, пришлось снять затвора многое. Там пружины я снял с него, потому что здесь было две лопнувших запчасти. Целиком переставлял механизм выдержек. Почему-то старый механизм отсюда, точнее, механизм отсюда лучше прижился здесь, а механизм отсюда лучше прижился здесь. Не знаю, что с этим связано, но тем не менее. Вот, то есть эта тушка у меня поступает в разряд доноров. Больше доноров, чем это. То есть, да, тут затвор работает, можно там как-то убиться его сделать немножечко. Вот, но опять же, на данный момент я буду считать, что проект закончен. Эта штука, типа, она у меня есть. Пусть он у меня лежит. Вот, может быть, когда-нибудь, или отдам кому-нибудь на досборку, или сам когда-нибудь все-таки может быть. Но в данный момент меня это не прельщает. Эта тема. Для себя я считаю его законченным. Потому что он отлично послужил.
Если бы не было его, я бы не починил этот аппарат. Вот. Много-много-много возникло, как оказалось. Хотя, казалось бы, первоначально, я уже рассказывал об этом в предыдущем видео, казалось бы, просто почистить резьбу на обоих объективах. Вот. А потом выясняется, что надо лезть внутрь, а потом выясняется, что выдержки отрабатываются не всегда, или объектив может открыться и подклиниться. А сами понимаете, это удобно, когда у вас... Когда вы его продаете, говорите, что там, ну, небольшие погрешности по объективу, там, да, вот, или он у вас стоит на полке. Когда вы собираете им снимать, и снимать, скажем так, на недешевую пленку, то есть я, например, предполагаю, что на ней будет сниматься на слайдовую вельвию, вот, по крайней мере, у меня же, да, у меня же есть, сейчас я даже покажу, я совершенно про нее забыл. Вместе со всеми другими забавными штучками хозяйке поедет две катушечки вельвии прекрасной пейзажной пленки. Вот. Хранящиеся заморозки. Ну, ладно, отдельная тема. Вот. А, да. Кому интересно, могу дать ссылку на с ее разрешения. На будущую, на нынешнюю, на будущую хозяйки починенного, на бывшую хозяйку не починенного, починенной камеры. Вот, не очень интересные пикториалистичные такие работы природы чаще всего. Вот, очень любопытно. А, да, что по камере. Отъюстировано на бесконечность. Проверено сведение, значит, объективов на ближних расстояниях, вплоть до минимального. Ну, насколько это можно вообще проверить на любителей с его не самыми резкими объективами, да. То есть вопрос резкости или нерезкости тут иногда решается на открытой же диафрагме. Чаще всего юстируешь, значит, темно. Вот. Чаще всего решается, типа, чуть менее страшно, чем было до этого. Вот. Тем не менее. Родной чехол, естественно, поедет обратно. А, нашел я вот у себя ремешочек. Был он у меня под какую-то тоже двухглазую камеру. Хотел сделать кожу, но, к сожалению, нету черной кожи. Вот. А светло-коричневый, ну, не будет здесь смотреться, поэтому синтетика. Зато она легкая и не занимает много места, как раз как сам. Аппарат любитель, то есть такая очень легенькая ремешка, которую можно скомкать в руках, так таскать и так далее. Вот так вот ее застегиваем. Опять же, да, сниматься будет кожаный, бы там пришлось как-то помучиться. Вот. А что еще по мелочи? Чего не было в других видео. А чего не было в других видео? У нас в телеграм-канале я выкладывал отдельные короткие видосики, что здесь еще интересного всякого бывает. Поэтому, как бы, кто не в телеграм-канале, тот сам себе злобный поклон. Ссылочку я оставлю. Записывайтесь, заходите. Вот. Значит, естественно, он может, ну, не естественно, а хорошо, что... Значит, блок синхронизации со вспышками рабочий, там нету, значит, ни ржавчины, ничего не повредило. То есть мы можем надевать синхроим, синхрокабель, включать студийную вспышечку, возводить и пыхать без вопросов. Вот. Мы можем пользоваться таймером. Заводить таймер, заводить камеру, вставлять какую-нибудь там 30-ю выдержку и
Ждать отработки таймера. Вот, и тросик. Тросик, ты где? Ага, секунду. В принципе, любителю настоящему на штативе или даже стоящему на каком-то бревне даже тросик особо не нужен. Типа, достаточно таймера или даже касание пальцем, потому что, ну, тут, да, есть такой момент. Таймер какое-то время еще дорабатывает следующую застежку. Вот, тросик не особо-то нужен, даже как бы при длинных выдержках, потому что, ну, тут сотрясаться нечему. Тут центральный затвор, максимум мы можем его, ну, вот, пальцем дернуть. Вот, но, тем не менее, да, можно поставить, и если это съемка со штатива, пожалуйста. Если это съемка с ручной длинной выдержкой, например, звезды или вечерняя какая-то съемка, то можно, соответственно, тросиком нажать и держать. Если у вас крутой тросик вот с таким фиксатором, то можно даже вот так прификсировать. Пожалуйста, и долго снимать. Вот, и потом, соответственно, закрывать. То есть функционал у любителя, как бы все, что можно получить от двухглазки, ну, исключением, может быть, естественно, да, более качественного объектива, у него есть взводки, перемотки, окошечко, которое открывает, чтобы можно было посмотреть, на сколько кадров ты переводишь, окошечко закрывается, чтобы лишний раз не засвечивать. Все это, естественно, как обычно. Вот этот вот механизм, рекомендации всем наклеивать сюда кусочек там бумажного скотча или изоленты, чтобы случайно вот так вот, зацепившись за одежду, он у вас не открылся, не засветил пленку. Вот. То есть механизм, в принципе, неплох, но при зацепе он может легко раскрыться. Это уже было. Камера, монтированная с завода. Народ повысказывал, значит, свои мнения, что да, встречались им этим именно камера, монтированная с завода. То есть вот на моем вот такой был бакелитовый корпус внутри. Здесь он задут какой-то красочкой. Вот, и, ну, это поаккуратнее, конечно, чем я делал. Где-то там лапочку, мой предыдущий. Вот, но если у вас бакелитовый корпус, да, мы возвращаемся к тому, что берем и делаем это. Точнее, бакелитовый внутри, не матированный. Потому что надо делать это акриловой матовой краской, например. Вот. Обратно уберем. Что тут еще? Да, катушечки. В нем была родная катушка, да, родная пленка советская. К сожалению, к большому моему сожалению, после проявки на ней ничего не оказалось. Она была просто засвечена. Видимо, просто лежала, перемотана была на верхнюю катушку, но на нее ничего не было отснято. Вот. Так, можно вставить пленочку. По приколу, так сказать. Вот. Сейчас. Открыть. Предподзакрыть. Протянуть. Вот. Но поскольку пленка там не приклеена, она просто намотана, то, конечно, сейчас она сюда не утянется. Вот. И, пожалуйста, можно заряжать, смотреть количество кадров. И все так это. Я ее, естественно, отсюда скручу, просто положу в дополнение. Верхнюю приемную катушку оставлю, естественно, наверху, чтобы человек сразу мог. Сейчас. Раз. Заряжать. Вот, а нижнюю, ну, на память. Вот, тут, повторюсь, да, черная, абсолютно черная пленка засвеченная. Как бы. Увы, жаль. Мне было интересно, если бы там была чья-то архивная история, так сказать. Вот. Вот такой вот прекраснейший комплектик. Надо сказать, конечно, легенький. Сейчас, секундочку.
открывается вот прям ради интереса. В этом, прошу прощения, давайте вот прям ради интереса. В этом, конечно, да, большой плюс, за что любят девушки зачастую любитель, если не придираться там, к точности изготовления, изготовления изображений. Вот. 600 грамм, ну, с пленкой. 620 грамм, да, с пленкой совсем, вот с ремешочком, с крышечкой 600-630 грамм. Блин, здесь родная крышечка, это прям такая прелесть. Давай. 626 грамм, да. Смена. Ну, понятно, 300 грамм, хорошо, половину веса. Моя любимая броника. Чтобы было видно. Вот так вот. 2 килограмма 46. Так не видно, да. Давай, 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 давай. Ремешочек не хочет лежать. 2 килограмма 65 грамм. Можно пленочки добавить. Будет 2 килограмма 105 грамм. Можно добавить призму. Будет 2666, 2700. Вот, конечно, рядом не лежало таскание этих денег. То есть тут, по-моему, даже призма тяжелее, чем... А, нет, ровно. Ну, не призма, это видоискатель. Примерно столько же, сколько тут вся камера. Все среднего формата. Вот, это уже так. У меня, конечно, не получается такого красивого... Прошу прощения, все улетает, как обычно. Мне, конечно, не получается такого красивого видео, как у, там, я не знаю, у академика на победе. Или там кто у нас еще делал красивые там финалы проектов, так чтобы это было прям смотрелось. Вот. Но тем не менее, это здорово. Сделаю даже снимочек, с которого сделаю заставочку. Вот. Ну и все. Собственно говоря, никаких больше моментов. Буду скидывать это отчетное видео, соответственно, заказчице. Вот он, зараза, не хочет нормально лежать. Ладно. Окатывается. Вот. Ну, считайте, ну, не 3, 2,5 дня работы. Вот. Это к вопросу о том, типа, сколько стоит заказ. Ну, вот как бы считайте, сколько стоит 2 ваших дня работы. Нормальной, на нормальной работе. Вот. Добавьте сюда еще там сходить, отнести, забрать, договориться. И все остальное. Стоимость пересылки. Вот. Просто в очередной раз на Ютубе столкнулся с моментом, типа, эх, говорит, я бы вам прислал любитель на юстировку. Но это, говорит, наверное, пересылка будет дороже камеры. Работа не будет дороже камеры. Будет. А если вам камеру подарили, так все дороже камеры. И пленка дороже камеры. Вот. Ну, так себе подход, конечно, такой, типа, если дешевая камера, то должна дешево ремонтироваться. Не, ребят, так не работает. Посмотрите на ретро-автомобили. Чем дешевле вы купили хлам, который восстанавливаете, тем дороже вам обойдется его, собственно говоря, восстановить, вложить денег. Вот. Ладненько. Ах, да, чехольчик же еще есть. Да. Удачного, снимайте, реконструируйте, восстанавливайте и снимайте, снимайте, снимайте в свое удовольствие.